Всем привет, друзья. Ой, в ужасной ситуации я нахожусь. Прям не знаю, аж слезы на глазах. Представляете, вчера открыла дверь. У меня ключи там от парикмахерской и от дома. С мужем с Пеликана приехали. С продуктами. Все, я открыла дверь, мы зашли. Мне выходить на работу, у меня нет ключей. Вы не представляете, меня все трясет. Ключей нет. Бабушка, которая на 10 должна была, мне звонит и говорит, а как же я? Я говорю, понимаете, у меня ключей нет. Я же записывалась. Говорю, я выйти не могу из дома. Нашла я ключ запасной от квартиры. Закрыла. Аленке позвонила, написала. Говорю, Ален, езжай домой. Я не могу. Надо учительница отпроситься. Короче... Я ее отпросила у завуча, говорю, пусть едет домой, потому что я не могу квартиру оставить. Ну, как бы, ключи где-то, я не знаю, где ключи. Может, я их в двери оставила. Я даже не знаю, что делать. Конечно, личинки теперь будем менять сегодня. Что еще? Короче, Алена едет домой. Я иду в парикмахерскую, ключей у меня нет. Сейчас Коля приедет.